тащите салют и шары. Сейчас будем взрывать все. Сюда, сюда прям несите, вот сюда ставьте, сюда, сюда, сюда и ту, сюда. Так, я не поняла, что опять происходит? Сейчас будем начинать взрывать салюты. Не-не-не-не, уноси, уноси, уноси салют назад. Мы ничего в студии поджигать не будем. Ну, наш же праздник. Да, кто-то с удовольствием до сих пор остается с нами. А кто-то думал, что мы столько не продержимся. Но факт остается фактом. Это 50-й юбилейный выпуск программы «Кинокайф». С вами по-прежнему Ирина Вышегородцева. И Мария Рунич. Поехали. Мне кажется, нас надо записать в какие-нибудь рекордсмены. В какие? Я придумала, что мы должны быть рекордсменами, а ты придумываешь, какими и чего. Нормальная ты. Ну, 50, смотри, какие мы долгие. Дольше нас наверняка только самый длинный в мире сериал – это «Санта-Барбара». Кстати, «Санта-Барбара» не самый длинный в мире сериал. Как-то. Он шел почти 10 лет, и в нем 2137 серий. Слышал про сериал «Дерзкие и красивые»? Конечно, там действие разворачивается в Лос-Анджелесе. Сюжет сосредоточен вокруг семьи Форестеров и их дома моделей. Так вот, в нем 5777 серий. А еще один телегигант – сериал «Соседи». Там 5870 серий, и съемки до сих пор продолжаются. Это же, чтобы посмотреть его целиком, мне понадобится 89 дней, 16 часов и 20 минут. Ох. Прям хоть на работу не ходи. О, если сериал поможет нам видеться как можно реже, тогда лучше смотри «Путеводный свет». Жизнь сериала началась на радио в 1937 году, продолжилась на телевидении в 1952 и закончилась в сентябре 2009. За десятилетие удалось снять почти 16 тысяч серий. И это мне придется потратить сколько? А пока Ира считает, мы с вами посмотрим, что нас ждет в кинотеатрах на этой неделе. Единственный неповторимый болтливый наемник вернулся, еще более масштабный и более разрушительный. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики. Если вы фанаты актрисы, сыгравшей роль невероятной Харли Квинн, то смело отправляйтесь в кинотеатр на фильм «Конченая» с Марго Робби в главной роли. Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре истории роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Еще одна новинка проката – комедия «За бортом». Леонардо – капризный плейбой-миллионер, который однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память и попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он – ее муж и отец троих детей. Чем обернется эта авантюра и сколько шагов от ненависти до любви? И чтобы посмотреть всю историю, тебе понадобится 164 дня, 4 часа и 30 минут. Ну это долго. И на рекорд по длительности мы не тянем. Может, по количеству просмотров на YouTube? Это вряд ли. Там в пятерке лидеров мультфильм «Маша плюс каша», а также клипы Джастина Бибера, Бруно Марса и Тейлор Свифт. Гонорары тоже мимо. Самыми высокооплачиваемыми актерами телевидения сегодня остаются ребята из «Теории большого взрыва». Даже после того, как основная пятерка поделилась частью доходов с Эмми и Бернадет, их получка все равно составляет приличную сумму в 900 тысяч долларов за серию. Блин, я что-то расстроилась. Да, у нас с тобой явно не густо. Зато мы идем наравне с сериалами «Зона» и «Высший разум». В них 50 серий. А это значит что? Что? Что какая разница, сколько серий. Главное, чтобы сериал был хорошим. Это верно. А пока существуют хорошие сериалы и фильмы, будет существовать и хороший кинокайф. Предлагаю отметить наш юбилей. За просмотром хороших фильмов.